В ответ на ракетные обстрелы армия обороны Израиля начала волну ударов по сектору Газа. По данным армейской пресс-службы, целями стали террористические объекты. В результате израильских авиаударов выше 20 палестинцев, в том числе 9 детей, погибли, около 70 человек пострадали. Ранее представитель военного крыла Хамас бригады Аль-Кассам Абу Абайда заявил, что для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме у Израиля есть время до 18 часов 0 минут понедельника, 10 мая, по местному времени. После этого по территории Израиля из сектора Газа были выпущены около 150 ракет, десятки из которых перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол». В Сдероте один человек получил ранение, тревожные сирены сработали, в том числе в Иерусалиме.